Хе-хей, здорово, народ, какие дела? С вами Серега Хелье, вы смотрите канал Хелплей. Надеюсь, у вас отличное расположение духа и прекрасное настроение, ведь у нас сегодня впереди Legend of the Bamba. Или как она там точно называется? The Legend of Bamba, если быть точнее. И, в общем-то, да, наше приключение продолжается. В первой с вами игре мы посмотрели туториал, мы прошли за двух персонажей, двух боссов, увидели, как все это прокачивается, как, в принципе, играется. Особо чего-нибудь новенького у нас сегодня не получится показать, кроме того, что мы должны вроде как продвинуться дальше по уровню и, соответственно, увидеть новые хоромы, в которых мы должны будем сражаться. Перед тем, как продолжить бручок за ваше здоровье, записываю видео без 12 минут 2 часа ночи по Москве. Вот на эту игру почему-то я не знаю, почему так выпадает. Возможно, это судьба. Как бы там ни было, за вас. А у нас новая игра. Ну и, конечно же, за нового персонажа, потому что... А почему бы и нет, да? Итак, мы прошли... И у нас сейчас вот, вот кто у нас будет. Еще нам осталось открыть с вами целых 3 персонажа. Поехали. Поехали, узнаем, что за обилки. Наконец-то какашки будут в войне полезны, еще и сопли. Супер, блин. Гейнс бонус мана, but can't save it. В общем-то, бонусная мана, но ее сохранить не может. Написано. Что бы это значило, ребята? Непонятно. Непонятно. Игра размеренная, не супер драйвовая, нифига не аркадная. Так что сидим с вами, отдыхаем под чаек. И что мы видим первым делом? Кучу говна, конечно же, на нашем столе. Который мы сейчас же с вами активируем, немедленно. Ведь мы с вами... быстрые парни. Мы можем вообще сделать вот так, если хотите. И активирует сразу 5 говна. Что как бы, ну 5 говна лучше, в конце концов, чем 3 говна. Всем это известно. Поставим защиту, где побольше противников в данном случае, сюда. И Вакуэй у нас есть скилл, который носит 2 повреждения, стоит целых 3 говнины. Вот, говнину не жалко, мы сразу с размаха бьем, значит, этим всем, и все. И на этом, в общем-то, заканчивается наше путешествие. Сказал бы я, но нет, я бью еще раз. Она еще, кстати говоря, отталкивает, посмотрите. Она еще отталкивает, что просто замечательно. Так, destroy and... Ага, and touching. Что это значит? Ну, я понимаю, что это значит, я не понимаю, как это будет работать, если быть точнее. Мы можем прервать атаку, а можем и не прервать. Так, здесь у нас защита. Вот в нижнего парня мы сможем кинуть или нет? Хотя мы, в принципе... Мы, в принципе, сможем с вами... что сделать? Мы могли бы собрать зубы. Правильно? Если мы сделаем вот... А, даже вот так, лол. А, не, нам же 4 надо, лол, блин. Я забыл, это не 3 в ряд, это 4 в ряд, goddammit. Я только что нарвался на проблему. Только что, ребята, допустил ошибку, которая будет мне стоить задницы. Так... отсюда теперь выбраться в этой системе координат. Боюсь, что никак. Разве что вот как-то... Даже не знаю. Давайте сделаем так. Здесь нас защитит какашка, здесь мы получим по лицу. Ничего страшного. Все под контролем. Не бойтесь. Я все рассчитал. Так, до свидания. До свидания. Так. Так, так, так. Почилька. Так, пик, ага. Вот здесь мы можем задестроить где-нибудь и что-то... Возможно, мы это заберем. То есть мы не только задестроим, да, мы как бы заберем это в ресурс. Хотя вроде предыдущие работали так же, если я правильно помню. Так, как бы там ни было, что бы нам лучше уничтожить? Давайте... Что? А, мы массово фигарим. Вот так это работает, посмотрите. Кстати, минус ман, но мы ее теряем, да, как нам и говорили.
Так, хорошо, к этому делу нам, конечно, придется немножко привыкнуть. Надо разобраться с ним, здесь мы задефаем. Нам нужно всего один урон забрать. Я, в принципе, могу это сделать вот таким вот образом. Наверное, лучше вот таким. Да, я разберусь вот с этим делом, чтобы оно нас не атаковало. Так, замечательно. Этот парень собирается нас атаковать, но у нас будет протест. У нас будет жесткий протест касательно этого. Держим. Так, а вот против этого парня, против лома нет приема, я бы хотел сказать, но не скажу. Потому что я мало того, что дефаюсь, я еще и показываю ему, где батя. А батя здесь, по ту сторону экрана, понимаете? Так, ну, end turn. А, ну хотя нет, можно просто добить его. Что у нас в мешочке с вами? Конечно же деньги, ведь из мешочков пока что мы видели, что выпадали только деньги. Так, это стоит зубы, это стоит кости. Destroy a column of tail. Короче, целую колонну разрушает этих, ну вы поняли чего. А здесь у нас 4 зуба. Так, а мы что, у нас есть за говно и у нас за сопли, за зубы нет. Heal 1-2 hurt, but you barf. Окей, barf it's not a fucking problem, but what do this barf? Вот это немного непонятно. Да, давайте так, хил нам не помешает. Вообще это выглядит, честно говоря, как очень крутая штука, но, видимо, здесь кроется какой-то особенный дебаф. Может быть, я задупил, и я знаю, что это такое, но каким-то причинам я внезапно забыл. Такое может быть, мне 30 лет, ребята. Когда вы повзрослеете и станете таким же старым и бесполезным куском говна, как я, вы поймете, о чем я говорю. Сейчас, возможно, для вас тут все цветочки, вам смешнусь. Тогда. Но на самом деле нет. На самом деле это страшно. Че я делаю вообще, блядь? Нет, я на самом деле не получаю никакую ману за это. О, хрен я творю. Ребята, я творю какое-то говно, понимаете? Что прикажете мне с этим делать, объясните. Так, ну и херню там творил Сергей. Итак, два чувака идут в атаку, это не очень хорошо. Казалось бы, мы можем их очень легко отпинать, потому что нам-то всего с вами нужно. Что нам нужно? Нам всего-то нужно по одной атаке, да? Вот здесь мы задефаемся, здесь мы уберем. Вот так работают профессионалы, ребята. Здесь берем вот так вот. Замечательно. Заранее расчищаем путь. Таким образом, что мы можем сделать? Мы можем захил... Вот давайте посмотрим. Heal, but get... Я не успел, честно говоря, прочитать. Понятно. В общем-то, вот в чем кроется, понимаете? Она не ходит, видите, по-разному. Вот в чем кроется подвох. Мы получили поносину. То есть, перданули-то мы с вами с подливой. То, конечно же, печально и не может не расстраивать. Одно можно сказать, спасибо большое, что это случилось не в метрополитене, пока вы едете в институт. Иначе пришлось бы либо пропустить пары, либо опозориться среди однокурсников. Так, что мы здесь делаем? Что мы здесь делаем? Какие у нас варианты прием? Интересно, если я соберу комбу из поносин, мне что-нибудь дадут? Например, леща, возможно? Что бы нам с вами сделать такого хитрого, понимаете, чтобы эти куски говна охренели и сказали, нихуя себе, это против нас маэстро. Обоссым их, да? Это, конечно же, мне не поможет, скажете вы, а я скажу, что хопа, блядь, шахмат, понимаете, шахмат. Я убираю вот этого парня отсюда, я убираю вот этого наглого мудака вот отсюда. Вы думали этого, да? На самом деле нет, это была обманка. Так. Блин. Здесь кости, нам, конечно... Мы за один ход не соберем это дело. Зато мы соберем вот это. И сможем заставить его заткнуться. Это я не про себя, если что. Так, что у меня есть? Есть о. Чем я могу удивить и вас, и себя? Безусловно, я сейчас не вижу большое количество ходов, я в этом просто уверен на 1000%. Но, понимаете, мне похуй. Вот что я хотел сказать.
Вот я мог бы как сделать, смотрите. Видите, я увидел сейчас уже. Но поздно. Поздно месить говно. Давайте по носу берем отсюда. Spell ready. Замечательно. Круто, я здесь еще и говно смогу составить. Что, конечно же, не может не радовать в этой ситуации. Так. И вот так вот, как бы, я делаю хитрожопый выход. Так, не, подождите. Перед тем, как мы это сделаем, мы должны составить говно. Это очень важно. Мы составляем говно, выставляем сюда щит из дерьма, убиваем здесь одного. Теперь мы делаем вот так. И, конечно же, закидываем вот сюда. Чувствую себя на коне. И вот так добиваю. Мне нравится, что у нас появился скилл, который нас хилит, даже несмотря на то, что мы поносимся знатно от него. С тем, что съесть бабушкины оладушки прошлогодние. Вкусно, с любовью, но что-то желудок свело. Так, ну, как бы тут чё, блин? Просто пиздячно надаем ему. Закидываем вот сюда. Сраную муху. Что можно еще сделать в этой ситуации безвыходной, я бы сказал? Что? Что я могу сделать? Сопли пытаться найти, но я, конечно же, их не найду. За этими, за пределами нет ничего. Там у нас все видно так. Так, у меня один ход остался. Нам нужно какой-то спел на кости найти, чтобы ничего, знаете ли, не пропадало. Чтобы мы не выставили, у нас все играло. Понимаете, да? Че? Так. Ну, я не знаю. Я не знаю просто, что лучше подготовить. Что лучше подготовить? Вот это выглядит неплохо со стороны. Так, мухи на подлете. Мухи на подлете. Пока просто пострадаем фигней вот такой вот. Выставим защиту вот здесь. Да, муху сразу здесь раздолбаем. Да, ну в принципе здесь... Зачем я защиту сюда поставил? Я что-то не учел, что у меня много говна. Хотя я должен это знать был. Но мы сейчас добьем, без проблем. Легкая комната нам попалась. До свидания. А, она задела! Блин, она очень близко оказалась, прикиньте. Вот оно чё. Так, заряжается две комнаты. Extra reward at end of combat. В общем, экстра награда после битвы. И gain Broven Mana. Ни о чем мне не говорит, я понимаю. А, короче, то есть это конвертер. Давайте вот это возьмем. Как интересно. His eyes are slippery. Нет, на 15 хп, честно говоря, это... Честно говоря, это не радует меня вообще ни хрена. Если хотите знать, мне страшно. Так. Сопли, я, честно говоря, не вижу смысла сейчас выстраивать особо. Говнецо бы повыстраивать, понимаете? Наша сила в говне. Я считаю, говно вообще, оно универсальное какое-то. В плане того, что шутки про говно смешные. Здесь говно ужасно полезно. Вот это я понимаю, камбуха. Вы дали? Честно говоря, я нихуя не планировал, само так получилось. Но сделаю вид, что... Сделаю вид, что... Понятненько, как это бывает. На тебе еще по лицу. А тебе еще по лицу что расслабился. Так, здесь универсальный у нас, да? Универсальный значок. А у нас тем временем есть еще один целый ход. Которым мы воспользуемся вот таким образом. Еще кинем в него косточку. Чтобы этот дурачок знал. Так, а в целом меня пока все устраивает, даже ничего не буду делать.
О, ничего себе! Посмотрите, как они выставились на его сранинскую, саркатанскую защиту. Вот это я понимаю, брат за брата. Все равно, что из тонированной девятки вышло огромное количество чеченцев. Так, возможно, возможно, так будет удачно сходить. Я не знаю, что я делаю, честно говоря. Такого в планах у меня, конечно же, не было. Вот так вот сделаем. Расчистим, так сказать. Так. Так и... Так. Я не знаю. Зачем мне к чертовой матери эти сопли? Мочу можно тоже убрать. Лады, говно защищает нас. Так, этот парень злой и собирается нас атаковать. Мы должны что-то предпринять. Блин, а я могу? Нет, я, кстати говоря, не могу. Видите, я не могу менять... Я не могу менять, чем я буду атаковать. Вот что я хотел сказать так долго. Так, не очень хочется двойкой бить, честно говоря, вот этот глаз. Я буду честен с вами. Отлично. Давайте уберем отсюда всякое говно. Я готов пожертвовать, пусть он атакует. Теперь мы делаем так и закидываем сюда, чтобы он перестал уже защищать своего ублюдского босса. Так, здесь говна у нас нет. А у нас все держится на чем? Все правильно, на говне. Держится все на говне. Так. Хотел бы я как-нибудь составить говно, но походу не судьба. Как бы я ни пытался, у меня просто не хватит. Просто не хватит ходов. Давайте сделаем так. И немного остудим его пыль. Так, вот это, блядь, уберем отсюда. Вот это уберем нахрен. Ах, он перешел снова на его защиту. Что за чмо? Немного обосремся. Так, сейчас получим ход дополнительный. Соберем немного мочи. Нам еще моча, конечно, пригодилась бы. Какой-нибудь спел, да, ради мочи. О, это, кстати говоря, недурно вышло. Мы делаем вот так. Мы делаем вот так. И, конечно же, два удара по лицу. На 4 урона. Замечательно, замечательно. Просто, просто отлично. В остальном я доволен. Это не сильно-то ему помогло. Так, а сейчас нам, конечно, в идеале раздолбать этого паренька. И мы, к сожалению, это никак не сделаем. А, может быть, и сделаем, подождите. Я оставлю себе так говнину. Я вот так вот затыкаю этого парня. Да, мы это сделаем, нам будет экстра ману. Ну, в общем-то, это было изейше для нас. Без каких-либо проблем, друзья. Куча денег. Дает нам ману от убийств. Может дать нам Soul Heart. Это интересно, кстати говоря. Но ману от убийств, блять, не знаю, давайте вот это. Так. Раз, два, четыре монеты. Конечно же, мы с вами крутим рулетку.
Там очень полезные параметры разные, которые нам крайне сильно помогут. И мы получили с вами, мы получили силу атаку, spell damage up, и это вообще супер на самом деле. Так, у нас еще 15 монет. Reroll spell cost. Это может очень плохо с нами сыграть, плохую шутку. Spell hard more. Damage. Spell cost less. Меньше. Мы можем на самом деле то и то купить, как я понимаю. Конечно же, мы модифицируем вот это дело. И hard more. Ну, конечно же, вот это. У нас появился, видите, какой спелл? За всего два говна атакующий, бля, по 4. Согласны? Узнали? Я тоже согласен, узнал. Это заявочка на хороший зубодробительный. Смотри, какая у меня жопа прекрасная. А-ля-ля. Так, это заявочка на жоподробительные, на самом деле, вещи. И мы, конечно же, сейчас их сразу же с вами протестируем. Только подберем лучшую стратегию. Вот такую. Так, говнецо мы, конечно, выставляем сюда, где у нас два противника. Ну и самое время разогреться. Бац, это сразу минус. Бац, это сразу минус. И угадайте, что? Конечно же, это сразу минус. 8 критануло. Парню явно не понравилось, что всех его друзей к чертовой матери отсюда смели. Ну что ж, мне бы тоже не понравилось, честно говоря. Так что мы соберем горсть соплей, закинем ему в рот, блин. Он такой, недовольный, естественно. Кто бы был довольный с горстью соплей у себя во рту? Наверняка никто из нас. Будем честны. Что я сделал только что? Будем считать, что это моя тактика. Так, пусть будет так. А, блин, я забыл. Он же выплевывает всякое. Ну вы поняли. Точнятикус. Так, нам нужно, знаете, что сделать? Выставить вот сюда дерьмо. И на этом закончить. Если вы думали, что у меня есть какой-то план, то нет. Я вас обманул. Ребят, простите, вы мне доверяли. Вы думали, что у меня есть какой-то план, который я придерживаюсь? Нет. Я понятия не имею, что я делаю. Я собираю косточки. Потому что я хочу так. Да, вот что он делает. Он решил передвинуться в другое место. Тупой козел, блядь, не мог сделать этого сразу. Так, у нас здесь два сердечка есть. Так, у нас здесь дерьмо, кстати говоря, появилось. Отлично, просто отлично. Выставляем сюда. Бьем. А, ну и все. Хорошо, достаем вкусняхи. Пойдем дальше. Мили атакерс, take damage. В общем, те, кто бьют нас в рукопашку, я так понимаю, получают повреждения. Hits front row enemies plus push. Замочу, кстати говоря, это вроде как боевой спелл, и я его, в принципе, с удовольствием возьму. Боевой спелл замочу будет очень даже годный. Мы применяем extra reward at end of combat. Естественно, English like a bitch. Сука. Так, и, конечно же, ну, говно. Конечно же, говно. Ребята, что же еще, кроме говна? Выстраиваем сюда оборону, как пел Егор Летов. И разбираемся с петушками по бокам. Все, чувствую себя просто замечательно. Бьем сюда еще. Spell Shield, bitch. Это, кстати говоря, обижает меня, как игрока, который привык к легким исходам во всех битвах. И что же мне прикажете делать? К такому повороту событий я был абсолютно не готов. Может быть, собрать косточки? Видимо, так его и можно победить, да? Только закидывая всяким говнищем. Ну, и не читерство ли это?
главное, мне нечем ему ответить. Я, конечно, мог бы собрать мочу. Мы, по идее, должны его отпушить будем. Угу, и он тогда нас не будет атаковать. Так, и можем даже что-нибудь подстроить тут еще, хитрожопые. Например, вот так. Просто замечательно. Скажем ему до свидания. Так, а здесь мы скажем... Что? Что же мы скажем здесь? Давайте говно подвыстраиваем. Ой, бля! О, ого! В смысле? Это из-за того, что я за... Да ладно! Так можно было? Окей. Мы можем себе фармить сер... Ну вы поняли. Бля, здесь говнишку сбило. Очень жаль, кстати говоря. Так, да, и мы ничего сделать, главное, не можем, а? Здесь, блядь, говно, говна не хватает. Естественно, он спавнит еще, но на этот раз у нас есть ответ на это. Наконец-то. До свидания. До свидания. А здесь защита, нам плевать. Еее! Дополнительные деньги. Враги продолжают наступать. Они не щадят никого, ни женщин, ни детей. Так. Можно еще вот сюда. Да, так мне нравится гораздо больше. Гораздо. Так, хорошо, центр ДФМ. Бац. 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 Чтобы нас с вами не задело. Остепенись, браток. На кость бы еще найти. Вот на кость. И было бы просто супер. Остепенись тоже. Так, чтобы мы могли убрать, что нам мешает. Да, в принципе, на самом деле ничего. А, да, он только вблизи, блядь, точняк. Так. Немного подзаблокируем его. Соплями. Подвыстроим какашки. На всякий случай защиты сюда. И удар. Здорово. Еще вкусняхи. Так. Gain coins равно to next damage taken. Split a tile in two. Разделяет на две. Кстати, кость. Ха-ха-ха. Ну, кстати, давайте, мне просто не понятно, как это будет работать, поэтому я хочу проверить. High damage scares him. А большое количество повреждений пугает его, то есть урона. Применяем здесь улучшение наград. И сразу же начинаем искать спасительный кусок говна. Вот так вот делаем, мы все ход не теряем, заодно получаем набитку.
Плохо, что говна вот здесь у нас нет с вами внизу. Из-за этого нам тяжеловато. Да, до хрена надо, мы сейчас, знаете, как сделаем? Сделаем вот, вот так. А, мы не сделаем. Ловим. Это, конечно, немного, но... Вот это вот разделяет на две. Как это, блядь, работает? Если я ударю вот сюда, что произойдет? Он... Что, две рядом появятся или что? Давайте протестируем. Я нихуя не понял, честно говоря. Ладно. Ого, блядь, ничего себе. А ты что такой охуевший, а? Он решил подойти сразу и ударить? Ты че, ебанулся, бро? Так, давай-ка это. Ну-ка отдохни. Думает. На, плохой призрак. Плохой. Ну, кстати говоря, почти убил, лау. А, зацените. Видали, он нам это сало повесил за это. Так, ну-ка. Да, говно защитило. В этот раз я прохилился, нам не дали с вами. Видите, не повезло. Ну, все, это его должно добить. Вот он какой! Бум! С экстра наградой-то. Можем получить ход за убийство, да? Это понимаю, офкил. Телепорт to 3 room. О, так, окей, это интересно. Я просто взял, потому что это интересно. Так, крутим барабан. Что получим? Блять, удача. Непонятно вообще, на что она влияет, честно говоря. Здесь reroll spell. Spell cost, self, spell hard more. Вот так вот. Как вам такое, ребята? Reroll spell, в принципе, ну хотя, не, знаете, не буду-ка я тратить на это деньги. Не, здесь тоже ничего не будем делать. Просто сохраним монетки. А, это, кстати говоря, нам можно было не сохранять. Это последний этаж, который мы можем посмотреть. То есть у нас дальше не открыто. Ух, бля! Ёб твою мать, посмотрите, они защищены от спылов. Вот это, я вам скажу, попахивает хардой. Не находите? Я вот нахожу. Еще учитывая количество... Блядь, количество их ХП. Это вполне, ребята, слив, я вам скажу. Интересная ситуация, конечно, у нас тут вырисовывается. А
Понятно. Да, эти ребята очень злые. Блять, там еще один. Просто безумие. А, кстати говоря, нам дало Soul Heart. Там за что-то другое дало. Да, больно. Так, здесь защититься, наверное, надо, да? Раз он сейчас туда ходит. Как бы отсюда вылезти-то? Из этого трэша. Отодвинем их подальше. И вот так. Жалко, тут нет мочи. Подвинем их опять. Так. Надо защититься здесь. Ну-ка. Могу я по нему, да, там ударить? А эти могли бы отбрасывать, да. Не могу. Перед ним стоит, не могу. Эх. Так. Так, как сделать тут лучше? Вот так. И мы две давить сразу сделаем. Так, делаем вот так. Отлично. И вот так. Чуть-чуть получше ситуация. Мочу немного сделаем себе. Так, и заканчиваем ход. Начинает нас атаковать, значит, да? Так делаем. А, сука, не. Понимаете, да, что я хотел провести? Когда она вниз упадет, нам будет невыгодно. Так, ставим защиту. Отодвигаем ее. И вот это отодвигаем нахрен от нас. Еще раз отодвигаем. Да-да-да, ходи-ходи. Spell ready. Давайте уберем эти штуки отсюда. Чтобы нам мешали. Сделаем так. Очень неприятная локация. Просто безумие какое-то. Но пока живем. К сожалению, не критануло.
Да, к сожалению, не кританула. Может, здесь, конечно, козявок нафигарит, но смысла, честно говоря, не вижу. Только чтобы убрать. Вот это дело оставим без движения. Угу. Злишься, да? Хочешь меня ударить? Тебе этого, конечно, сделать не позволит. Хотя он, блядь, 3 повреждения делает. Нам надо убивать этого, чтобы он ничего не сделал. Так, энд. Понятно. Сразу вдвоем решили атаковать. Сейчас разберемся с этим делом. Ставим защиту здесь. От этого здесь... Да ладно! Я не дал офигеть, вот оно как. Твою нахуй. Он, видите, типа неуязвим, потому что готовится к атаке. Я это совсем не учел. Кто ж знал, как здесь переложены механики Айзека. Но видите, переложены очень хорошо. Прямо-таки... Прямо-таки, блядь, один в один. Так, хорошо. Сохраним здесь защиту для нас. Хотя бы здесь. Мы даже сопли просто собрать не можем, увы. Окей, мы сейчас подхилимся. Чтобы подхилиться, нам нужны зубы. Или не подхилимся. Зубы. Spell ready, да? А зубиков-то внизу у нас нет. Можно подготовиться к хилу вот таким образом. Опять он сел, видите, его не тронуть. Этого паренька мы замедлим. Точнее, не замедлим, а сделаем так, чтобы вообще ничего не делал. Так, здесь кости у нас будут. Отсюда можно что-нибудь повырывать. Отсюда можно вырвать. Теперь они атакуют вдвоем. Что вообще ни хрена не круто. Так, хотя бы один из них атаковать не будет нас. Делаем так. Включаем один ход. Видите, что у нас тут? А нам нечем присоединиться. Могли бы собрать зубы. Говно мы тоже не соберем. Можно, конечно, сейчас вот через это попытаться что-то тут вот сделать. Например, это он не тронет. Опа! Вот так вот. Вот так вот, и я в защите. Задвинем его подальше. Еще даже дальше. И закончим ход. Блять, эту битву наверняка можно было закончить гораздо раньше.
Все, до свидания. Ой, так, вот теперь вот с этим чуваком надо решить вопрос. Решить вопрос. Мы вот так вот сделаем. Что, лол? Не имело никакого смысла. Чуть мне три собралось. Или там была звезда, я не заметил. Да, вот, вот только вот сейчас есть шанс его ударить. Это очень неприятный противник. Для того, чтобы дать ему пиздяк, нам нужно собрать говно. Но я, увы, это сделать никак не смогу. Вообще никак. Говно-то есть, но его не хватает. А здесь говна нет вообще. Так. Он сейчас вроде бы не должен менять свое действие. Я к тому, что он не должен становиться нормальным. Ну, в броне, в броню свою не должен переходить. Подготовимся, так сказать. Здесь даже есть у нас. Отлично. Отлично. Все. Это до свидули. Блин, просто пипец. Убили бы его раньше, если бы не знали. Вот если бы я не знал, если бы я знал, вернее, об этой ситуации. Плюс два мувимента. Лол. За говно и мочу, блять. Ну да хуя. Можем что-то заменить. Вот это. Хотя, блять, она все по одному атакует. Ладно, хоть что-то. Ух, ёб твою мать. Какие же здесь, на первый взгляд, чудовищные ублюдки, мать твою. Так. Даже не знаю, нахуй, от кого защититься. Кого лучше? Так, ну этого мы сейчас убьем. Да? Да. Этого убили. Сейчас из него какое-нибудь говно появится. Нет? На удивление. Он злой, ему не нравится. С другой стороны, кому понравится? Так, отпихиваем его. Собираем немного... немного зубов. Хилиться нам не нужно. Так. Давай, отойди-ка отсюда, петушок. Говно будем подготавливаться. Здесь он, естественно, ничего не пробьет. Плюс говно и, конечно же, пару ударов в лицо. А, одного достаточно, семерочка. Бум! Четыре маги. Бля, вот это, конечно, жопа. Вот эти вот чуваки, которые неуязвимы. К. Сами знаете чему. Бля, ну вот здесь за два хода я говно соберу. Но проблема заключается, говна сейчас в том, я его соберу, а толку? То есть я не доберусь до этих чуваков из-за вот этих вот ребят. Окей. Мы делаем так. Начинаем бомбить. Делаем так. А, он только так, да, он даже с пылом же нельзя. Но это на самом деле ничего страшного, что мы применили, у нас мана сгорает. Нам как бы ее, сами понимаете, нет смысла
нет смысла держать. Сейчас нам есть смысл там всякие зубы собирать и так далее. Ого, даже так! Оп, еб твою мать, что это за говно? Так, мне это вообще не нравится, ни хренашеньки. Пошли нахуй, а? Не знаю, что они там хотели, мне это вообще не нравится. Берем сопли отсюда. Так. Так. Давайте вот это... О, отлично. Сойдет здесь. Так. Хочешь драться, да? Хочешь драться со мной? Ну иди, я тебя сам сейчас трахну. Видимо, придется говном запастись. Как бы я этого не хотел. Показать, кто тут папа. Этому петушку. Шоу, блядь, дальше. Да-да-да, конечно. Конечно, если бы не твои братаны, неуязвимые к магии. Вертел я тебя сейчас бы так, что... Ой, блядь, это все интересно. А может и не зря. У нас тут две комбы, если чё. Так-то. Так, хорошо. А, блядь, да ну нахуй, это как броня выступает? Твою налево. Окей. Это они себе щит пробуют. Так. А этим мы... Да, этим мы никак не это. Ага, ноль, мы его сдули, смотрите. Так, ну от этого петушка мы сейчас защитимся, это не проблема. Поставим сюда говно. Вот этого парня пробуем убить, и мы отлично это сделаем. Тогда давайте, знаете что? Вот это сейчас броню пробьет, а это будет следующим атаковать. Поэтому мы его подвинем, чтобы он лучше потратил это на фон. И вот здесь еще подвинем. Так. Ибо нехуй. Конечно, передвигайтесь, ребят, ничего не жалко. Ходите, блядь, как дома. Никаких проблем. Так, можно сделать вот так. До свидания. Чуть подальше отойдите, пацаны. Слишком близко. Нарушайте мой личный, этот, как это называется-то? Зону моего личного, того самого. Давайте так уберем просто. Нехер ходить, постой-ка. Так, ну здесь нам наводить порядок не нужно. Вот здесь можно что-нибудь поднавести. Пока ставим. Ой, бля, я карту применил. Биком с Акопи оф Спелл. А, АДД Wild... Короче, и звезду дает. Подожди, это что? Как она будет работать? Я не ожидал, честно говоря, что мы карты можем прям уйти оттуда. She has two sides. У него есть две стороны. И он неуязвим к магии. И это полный трындец. Ага, мы, окей, мы как бы переделали его на атакующую сторону. Pick a spell to copy. Ага, нихуя? Ты это видал? Бля, жопа, он еще и атакует сразу. Вот оно как, Михалыч. Хорошо. Давай с тобой поговорим на языке боли, сукин сын.
Бля, нихуя себе, он что, будет каждый раз атаковать? Ты что, ебанулся? Если я сейчас его ударю, он меня атакует, когда перевернется. Ага, понятно. Что-то дохуя жесткое. То есть, если мы не выстраиваем от него броню, то мы можем идти нахуй. Конечно, могла быть знатная комба из мочи. Да, мы его не заденем. То есть меня сейчас ударит, правильно? А, не, окей. Так, уберем отсюда. Делаем так и делаем так. Так, ну у нас нет выбора, как бы нам надо драться, потому что ману уйдет. А, то есть ты переворачиваться не будешь, блядь, да? То есть если я тебя бью с пылом... Я понял все. Я понял, как это работает. Я понял, как это работает. Сюда мы не должны быть с пылом, а в другую сторону мы не должны бить с вами... атакой обычной. Наоборот, надо бить с пылом. Понимаете, да? Spell ready. Okay, thank you very much. Yes. Так. Okay, but так, пока так. Так, еще раз, пусть постоит. Планируем, понимаете, план Барбаросса. Видите, как у меня план выстраивается? Вы понимаете, да, что я хочу сделать? Так, вот здесь нельзя. Отлично, даже лучше, чем... Ебать! А, это по нему я... Лол. Это из того, что я крутую собрал, видали, что произошло? А, блядь, нельзя было, лол! Он же перевернулся из того, что мы... Ну, окей. Его вообще нельзя бить атакой. Его надо бить с пылом. Ставим говно. Десятку, лол, я его шотнул. Кританул, блядь, до свидос. 23 монеты. Очередная заставка, которую мы с вами уже не раз видели. В общем, Бамба разносит всех подряд. Достает свой коин. Снова находит сундук.
Сундук шевелится. Что там? Что в сундуке, ребята? Там, блядь, кукла, там кусок говна, там, не знаю, содовое. Это загадка. Поэтому мы просто берем, открываем сундук, а там, конечно же, ваша бабка старая. Упокой бог ее душу. Появляется из сундука. Вы спрашиваете, бабка, что ты тут делаешь? Но она и вам ничего не отвечает. И, конечно же, ребята, финальные титры. Ну что ж, на очередного персонажа была пройдена только что игра. Поэтому следующий выпуск, ребята, будет уже за вот эту бабусю Югусю. Что он может? Magic Marker есть. Да, больше, короче, делает больше тех кусочков, которые мы с вами выберем. И Пази Флик, правильно, убирает частицу мозаики, одну из, да, и кидает ее. Не знаю вообще, что это значит. Одно сердечко здесь и одно соул. Это, кстати, полный трэш. Всего лишь один урон, две скорости, ноль удачи и вот это непонятно что. When they kill, they gain moon. А, смотрите, какая особенность. Когда мы убиваем моба за этого персонажа, мы получаем плюс один ход еще. Ну, блин, вот это пока выглядит самым сложным персонажем из тех, которых мы открыли. Надеюсь, все будет в порядке. Спасибо большое, ребят, за просмотр. Ставьте лайки, если вам нравится, если вы хотите еще дальше прохождения. Вот, это очень важно. С вами был Серега Хелье. Не хворайте, не болейте. Да, вот, подписывайтесь на группу ВКонтакте, а также приходите на канал Твича, там проходят прямые трансляции, мы болтаем, угораем, да и, в общем-то, тусим. Все, жду вас там, ссылки в описании под видео. Всем пока!